Доброго времени суток зрителям, случайным гостям нашего канала. С вами Роси, и вы на канале Роли Гейм Онлайн. Мы продолжаем играть в игру под названием Imperial Glory. Ребятки, в прошлом видео мы остановились на том, что мы подготавливали наш план со скифтиски по захвату Османской империи, по захвату Швеции и по захвату части территории Австрии. Но дело в том, что Австрия нас опередила и забрала у нас с подноса наших друзей молдаван, которых мы хотели мирно аннексировать. Поэтому теперь никакой мирной аннексии, теперь только агрессия, только хардкор. Поэтому продолжаем готовить наши войска. Сегодня мы обязательно начнем с вами делать ветер, делать экшен. Возможно, конечно, за одно видео мы сразу всех не захватим, как это планировалось, но экшен сделаем точно. Так, пока тем временем предлагаем полковника. Вот интересное имя. Милорадович. Поляк, что ли? А чем тогда он у нас тут появился? Нужно был в Польше своей любимой появиться. Так, пока у нас нету населения, пропустим пару ходов. Нас ждет великие дела, ребята. Очень великие дела. До сих пор, если честно, не могу отделаться от стресса по поводу того, что у нас Австрия забрала наших друзей молдаван. Это было очень подло. И вы знаете, большой шрам на сердце остался. Мы им это так просто не оставим. Так, что тут у нас? Позволяет строить 12-фунтовые пушки. Ну, можно, конечно, но повышает уровень опыта всех, но все равно экипажей до среднего уровня. Я не сильно тащусь по кораблям, поэтому. Так, миссия метрическая система теперь доступна. Давайте посмотрим, что там за миссия. Итак, дает 3 научных достижения в течение 3 ходов. Морская торговля с портом Венецианская гавань, морская торговля гавань Триполи. Слушайте, пошли вы нахер, короче, я вам так скажу, ребят. Я слишком стар для этого дерьма, чтобы это делать. Так, продолжаем. Продолжаем пока пропускать ходы. Давайте подождем еще немного. Все-таки чуть-чуть поболее, скажем так, возьмем население. Острая нехватка у нас, острая нехватка. Хотя у нас, в принципе, под контролем достаточное количество земель, но нам не хватает. Все равно не хватает, поэтому надо еще подождать. Ничего, я думаю, с присоединением Османской империи к нам и тех всех цивилизаций, точнее территорий, которые мы захватим, то нам станет немножко полегче. Тем временем глубокие шахты, военная гавань в Курске построена, глубокая шахта в Киеве, конюшни улучшенные в Польше построились. Кстати, знаете, что я думал? Я думал Грецию выкупить. Ой-ой-ой, Османская... Подождите. Это еще хоть Египет остался? Да, пока да. Странно просто было. Я, знаете, что придумал? Я думаю выкупить Грецию, сколько бы она ни стоила, потому что денег у нас пока хватает. Вот для того, чтобы мы потом одним ударом сразу захватили и столицу, и Балканы. Для того, чтобы вот эти всякие капитаны Гасан и Паши не отошли в Грецию, и потом, когда мы сюда зайдем, они нас не ударили. И надо готовиться к Австрии. Австрия нас в любом случае укусит. А возможно даже и Британия. Что тут у Британии? Понятно, сброд. Сброд, это что, серьезная армия? Вот, орлы. Смотрите, даже поляки здесь затесались немножко. Вот это я понимаю. Ну ладно. Ну вообще, как бы, не так уж и плохо, как могло бы быть, скажем так. Здесь у нас тоже вот орлы. Давайте, ладно, подождем. Вот, я думаю выкупить Грецию. И потом одним ударом. Фух, и мне чуть сердце в пятки не ушло, думал, нас напали. Ну как? Мы бы, конечно, отбились, но это был бы очень серьезным ударом. Триполи. Триполи, я вижу, нормально. Пацаны хотят к нам мирно присоединиться, но после... Так, Папская область ищет возможности примкнуть к нашему оборонительному союзу. Все прочее. 200 единиц золота.
Еще нищие там, что ли? Давайте я вам денег дам, если вы не можете. Ну, я просто не знаю, что я это подписал, чтобы Папу Римского, наверное, не обидеть. Так, торговая сеть построена в регионе Санкт-Петербург. Хорошо. Восточная Пруссия построена отлично. Я просто в восторге, что так все построено. Здание, что мы тут, торговое отделение. Давайте, давайте торговое. Давайте со всеми торговать, чтобы было много денег, чтобы мы радовались. Еще одно торговое учреждение. Нет, мне уже не хватит. Мне уже не хватит, к сожалению, населения. Поэтому пока вообще население копил на армию. Османская империя. Она не должна быть для выполнения нашего плана со скифтиски, она не должна находиться в союзе с Австрией. Швеция предлагает нам 2000. Как-то они бедные стали. Все вот эти ребята. Раньше они предлагали мне большое количество денег, а сейчас немножко они обнищали. Бедные, бедные ребята. Так. Касательно вашему приказу мы предоставили право проезда. Хорошо. Право проезда это четко. Можете, умеете, могете. Так, 1700. Что мы на эту 1700 можем? Специальные школы, конечно же. Торговую гавань в Санкт-Петербург. Ну давайте еще торговую гавань. Так, что тут по отрядам? По отрядам корабли, артиллерия, кавалерия, офицеры. Давайте потихонечку, наверное, начнем. Поскольку тут они по 500. Ну, вот эти такие дорогие, вот эти егеря, вот эти гренадеры по 1150. Здесь вот тут нормально. Ладно, давайте вот этого козла, как раз он три хода будет рекрутироваться. Мы за три хода еще успеем подкопить еще и возьмем гренадеров и возьмем кавалерию. И вот так. Это у нас отряд пойдет сюда, да. Больше, больше конницы хочу. Хотя тут, видите, тут в принципе давить некого. Конница у них есть, конечно. Уланы самые грозные наступательные войска, их длинные пики и могучие лошади наносят сокрушительный урон противнику, как кавалерии, так и пехоте. О! О! Мы когда с вами возьмем Османскую империю, я хочу сделать упор на конницу. У меня вся османская это будет в моем видении состоять из конных войск, ну и может быть там одна стрелковая, грубо говоря, ну чтобы было, что там вдруг там здание зайти, там занять такое, а так тупо конницы. То есть я хочу потом, грубо говоря, чтобы мои лошади, мои конницы стоптали все своими копытами, начиная от Анатолии и куда-нибудь аж сюда, все занять, кто бы здесь ни был, это все будет наше в любом случае. Ну а пока мы готовимся. То есть я просто хочу немножко добавить какой-то разнообразие в прохождении в Империи Глории, то есть не работать по стандарту тактики, а что-то такое, к примеру, там, как это там сейчас модно у вас молодежи называется, челленджи, то есть взять, к примеру, конница и тупо воевать одной конницей на во всех вот этих папуасских странах, которые находятся внизу. Но в Европе так не получится, конечно. Тут придется воевать. Тут придется, конечно, воевать. Вообще, я так вот для себя тоже думал, что, скорее всего, в Польше нужно оставить в основном все польские войска. Потому что нету смысла их взять, брать на какие-то завоевания далее. Пускай хотя бы охраняют сами себя, скажем так. Так, что там у нас? Славствие истек, новый. Отлично. Видите, начал рекрутироваться отряд. Только первый ход, а у нас уже 1000. Сейчас еще Австрия 4000. Хорошо. Пересечение границ, не вопрос. Вот, то есть у нас сейчас... Куда Австрия идет? Если она быстрее меня ударит, поэтому я не переживу. Наверное, я сейчас тоже ждать не буду, а возьму сейчас эту Испанскую империю, бахну и все. И покончим с этим. Потому что слишком долго буду ждать. Сейчас Австрия лупанет их или захватит мирно, аннексирует. И все.
Тем более, так как нам Австрия предоставила право на проход. Так, ваш наследник уже достаточно взрослый и получил титул графа. Теперь все должны подчиняться его приказам. Хорошо. Согласно приказу Австрии на 8 ходов. Хорошо. Торговое деление в Дании, Санкт-Петербург, территория Дании, создан торговый маршрут. Хорошо, отлично. Так, давайте теперь посмотрим. Объявить войну нету. Улучшить отношения. Оборонительный союз. Не с кем. Торговая. Наем. Военная помощь. Мирный договор. Коалиция. Османская империя. Все, она ни с кем не дружит, поэтому и трубарики, назовем так, на воздушном шарике. Что тут у нас? Что тут у нас? Давайте, наверное, я на всякий случай подведу, вот так сделаю. Я могу к ним идти? Нет, не могу, да? Ай, подождите, хорошо. А если Австрия, право? Нет, ультиматум я ставить не буду. Сколько? 2900 ты хочешь? Забирай 3. Отлично. Хорошо, так, теперь я еще хочу. Османская империя. Я хочу попросить у нее территорию Грецию за 14 тысяч. Падла, у тебя все равно это сейчас заберу. Я даю 17 тысяч. Так, мы получили сообщение от правительства государства Османской империи. Хотя платы, кажется, нам весьма щедрые, они считают эту территорию неотъемлемой частью. Ах, неотъемлемая часть. Ну тогда я сейчас его вас так заберу. Вы сами принесли себе переговор, подписали, ребята. Так. Так. Ты сюда перейдешь, если что, правильно? Вот этих возьму, наверное. Подбитых. И вот этих. Так. Так. Все, на следующий ход нападаем. Хватит это терпеть. Хватит. Австрия. Ну, я думаю, Австрия не ударит. Она будет умничкой. Будет папиной кукурузкой. А папина кукурузки не бьют в спину. Батавия, Великобритания, 100 пудов сейчас с нами будут махаться. Это как пить дать. Но Британию мы сможем купить, и Батавию тоже. Так, все, значит. Так, значит, поехали. Мы объявляем войну. Почему? С Австрией, блин. А, я так и знал. Грёбаная Австрия. Чего вы вцепились, блин, в эту Османскую империю? Надо она вам сильно. Отдайте мне этих обезьян. Я им несу демократию. Швеция. Хорошо. Давай, Швеция. Проходи, пожалуйста. Блин, мне это... Молдовия, Молдовия, что ж ты так меня подвела, блин? Просто если была бы сейчас здесь Молдавия, то... Так, государство Австрии предлагает нам... Хорошо. Была бы Молдавия, мы сейчас без проблем бы смогли бы напасть, потому что Молдавия не была в союзе с Османской империей. А если бы там сильно бы хуёвничала Австрия, мы бы ее тоже приструнили. Ну, подлюки, ничего, я подожду. Я не спешу. О, оборонительный союз, но это не тот, наверное. О, да. Я хочу вести войска. Кто меня остановит в этом плане, а? Может быть, вы, калеки? Добрый вечер. Я даже сразу так свои войска принципиально подведу к вам под столицу, хотя это ничего не решает. Но я вот так вот сделаю. Так, а тебя, наверное, братан, давай сюда пока укрепим. Так, там у нас формируются поляки, поляки. Давайте подстрахуйте меня, братушки, немножко, да? Куда ж вам деваться, блядь? Я ж ваш хозяин.
Офицеры, давайте вот так вот офицеры. Уланов. Карен, который использует для ближнего боя очень быстрая кавалерия. Вот давайте вот этих. На всякий пожарный, чтобы у нас там кто-то был. Ну что? Кто там еще недовольный? Британия? Австрия? Кто недовольный? Крепеть была команда. Ну что? Легкое сражение, ребята. Ну давайте, я, наверное, нет, не будем командовать лично. Давайте просто выиграем. Враг отступает. Не будем его преследовать, пусть валят. Так, сколько мы потеряли? А, они сразу драпанули. Хорошо. Просто не хочу на это тратить время. Давайте лучше где-то в столице подеремся. Что здесь? Черное море, вражеские корабли. Нет, не преследовать, пусть уходят. Легкое сражение. Конфликт Анатолия. Смотрите, одни пушки. Одни пушки. Нет, не хочу лично командовать. Тут не с кем драться. Смотрите, мы еще и потеряли. Нифига себе, блин. Вот поэтому я почему говорю, что всегда нужно самому, конечно же. Австрия считает, что он убил подходящий момент. Обретительный союз, Австрия, хорошо. Хотя бы будет гарантия, что мне в спину не ударят. Но, падлы, главное, чтобы они сейчас кусок Греции не отхватили с этим союзом. Знаете, типа, мол, там, братаны-катаны, блядь, хоп, и зашли в Грецию. Так, пошла контратветочка мне. Давайте, наверное, я все-таки подерусь, потому что мне не понравился тот факт, что у меня было преимущество почти в 3 раза, и в конце концов я еще потерял очень много. Командовал бы я, такой бы херни не было, ребят. Так, ладно. Противник вторгся в нашу священную землю. Эти улупцы не оставляют нам иного выбора. Да хорошо, давайте, короче. Начать сражение. Это моя конница вся, да? Где там эти клоуны? Неруси, сейчас мы их к согласию быстро приведем. Что тут у нас? Конница. Арабская пехота, арабская пехота. Гаубица, гаубица, арабская пехота. Единственное, что у них плюс, смотрите, они валят вон на 70 плюс 3, а мои 65, 65, а, 75, ну то понятно. Так, тут основных я не вижу, никаких этих нету. Там точек типа надо захватывать там и так далее. Что у вас тут здесь? Минус 6, 46 уланы. У меня 50, 58. Вперед, наверное, вот так. Так, казаки туда. Вы куда-то туда. Ну, а смотрите, что делают. Видите, падлы какие. Давайте, давайте, ребята. Сейчас мы сразу, короче, навяжем им бои. За веру царя и отечества. Вот так вот давайте. Просто сразу, короче, не будем с ними долго там церемониться. Оп. Остановочку. Так, все, там есть, там есть. Пока все не очень, даже очень неплохо. Ай, нет, давай. Те уже завязались в бою. Что они делают, у него понять? Почему они все эту конницу лупят? Интересно, они и дальше будут сейчас. Ну, пушки так на близком расстоянии неплохо лупят. Большие потери по коннице, конечно, большеватая. Смотрите, они все стоят, обейте их, ребята, вы чего? Стоите, вас расстреливают. Моя как бы стрелковая пехота даже не подошла. Вот это я понимаю, смерть басурманам, все.
Салам алейкум, алейкум ассалам, все дела, все, разобрались с ними. Так было бы и там, тем более там одни пушки. Я бы двумя конными отрядами всех бы пушки забрал. Ничего нельзя на компьютере доверять, ничего. Так. Тут все довольны. Сейчас следующий мой ход, поэтому я захвачу все-таки Грецию, скорее всего. Так, военная аннексия прошла успешно, что-то быстро. О, смотрите, 30 тысяч золота, ничего себе. И людей еще 2000, шикарно. Так, хорошо, все мое, все мне перешло. Отличненько. Так, ой-ой-ой, такие потери бешеные, я в шоке, вы посмотрите. Как так, как так? Так, давайте, короче, эту папуасию начнем отстраивать. Пока так. Здание первая эра. Торговая гавань, конечно. Так, все, это есть. Дальше. Теперь бы... Ну, эти войска оставим тут. Тоже, конечно, битая, перебитая, блин. Ладно, вот так вот пока. В общем, оставим здесь. Распустить вот этих дебилов с палками. Это уже, блядь, прошлый век. И этих распустить тоже. Ну, что делать? Что делать? Кутузов, ну, потрепала тебя судьба. Потрепала, не спорь. 18. Ну, тут более-менее еще целый отряд. Тут еще более-менее целый. Так, ладно. Египет, да, следующий. Ну, для Египта мы подготовим особо это. Давайте. Австрия. Попросить территорию Молдавию. 29. Я тебе даю 40 тысяч. Все отлично. Все, Молдавию мы забрали себе за 40 тысяч. Это нормальная цена, в принципе. Зато все на месте, ничего не разрушалось. Давайте немножко мы ее восстановим. Что мы тут по отрядам можем? Ну, улучшенные. Как? По крайней мере, конюшни точно здесь улучшенные. Да, улучшенные конюшни, улучшенные казармы в Молдавии. Отлично, отлично, ребята. Теперь у нас, по идее, сейчас должен пойти хороший приход. Мы, грубо говоря, уже эту территорию защищать можем не очень сильно, потому что мы уже огородились, намного дальше продвинулись. Поэтому уже вглубь можем не возвращаться. Хотя где-то здесь дежурный отряд хотя бы один должен быть. Вдруг кто-то пройдет и попытается захватить. Что, в принципе, маловероятно. Хоть это и высокий уровень сложности, но я не думаю, что компьютер настолько умный. Завершаем ход. Сорок тысяч я, конечно, переборщил, они после 27, но ладно, мне не жалко. Все равно все это потом я заберу у них с лихвой. Египет. Египет. Военная академия построена в регионе Анатолия. Эти пушек исследовано. Стрельбище повышает уровень опыта всех новых рекрутов. Ну ладно. Так. Наконец-то у нас здесь появилось подобие цивилизации, начинает появляться. Кутузов, ты у нас будешь первый на комплектовку, не переживай. Так, ладно, вот этого, наверное... Братынского отправим обратно в этот.
в Курск пусть зайдет. Так, здесь у нас один отряд есть. Тут у нас два немножко количных отряда, но тоже есть. Давай, наверное, Константин, мы тебя сюда перекинем. Товарищ Константин, Константин. Бухольца тоже можно сюда уже перекидывать. Багратион останется для усиления здесь. А тут мы будем выводить наших орлов с Польши. Так, ребятки, на этом, наверное, пока все. В следующей серии мы с вами постараемся, возможно, лупанем Швецию. Да, лупанем, тут нет ничего серьезного. У нас как раз здесь срекрутируются наши хлопцы. Тоже думаю, отряда 2-3. Пройдемся с железным кулаком, лупанем. И нам потом останется захватить всех снизу с помощью как бы нашей новой тактики по поводу конницы. И потом уже пойдем вглубь Европы. То есть у нас будет плацдарм здесь. Плацдарм здесь, эту территорию мы или купим, Норвегию, я даже еще пока не знаю, или заберем у Британии. Потом нужно будет позабирать, Ганновер забрать, Данию забрать. Саксонию надо задушить, они еще, блин, живые. Что-то с ними слишком долго заигрался. Ну, душить-то, в принципе, нечего. Мы их, наверное, душить будем поляками. Ну, это будет потом. Всем спасибо, с вами был Росси, до скорых встреч, это был канал Rolly Game Online, ставьте свои лайки и не забывайте за нас. Всем пока.